На выходных рязанские полицейские в кафе «Атлантик», причем уже не в первый раз, изъяли игорное оборудование. В помещении оперативники обнаружили покерные столы и записи крупье, подтверждающие, что здесь шли незаконные азартные игры. Сейчас на владельцев изъятого игорного оборудования заведено дело об административном правонарушении. Оперативники установили, что желающим в этом заведении предлагалось сыграть в карты на деньги. При досмотре стражи порядка изъяли 3 сукна, 179 фишек разного номинала, 7 колод карт, записи крупье, подтверждающие клиентские ставки, также таблицу стат-покера. По данному факту проводится проверка. Организаторы азартных игр в кафе «Атлантик» будут привлечены к административной ответственности. Впрочем, даже полицейские признают, что нынешние незначительные размеры штрафов вряд ли остановят организаторов подпольных азартных игр. И в это заведение стражам порядка через какое-то время наверняка придется наведываться вновь. С другой стороны, логическая цепочка такая. Начальник заведения, который регулярно нарушает закон, должен быть уверен, меня отмажут, иначе никак. С другой, полиция приезжает в адрес по наводке, иначе никак начальство не поймет и выезд не подпишет. С третьей стороны, начало квартала надо давать показатели. Или на самом деле у наших полицейских нет данных в связи с очередным открытием игорного заведения. Тогда жаль правоохранительную систему.